И сегодня Тим Кук говорит, я вам покажу новую версию iOS. Он говорит, что это будет прям вообще бомба. И, в общем, это то, чего, к чему мы шли. И это iOS 7. Друзья мои, представлена иконка iOS 7. Она ровно такая, которую мы с вами ждали. Это белая, белый фон и семерочка очень тонким шрифтом. Хельветика какая-то там, черти знает какая. Вот, собственно, новый логотип iOS 7. Дизайн – это вообще общее впечатление об устройстве, о том, как вы его воспринимаете в том числе. То есть это прям очень серьезное такое изменение. В общем, какие-то совершенно... Я уже вижу, я не могу. Вы сейчас увидите полный Армагеддон. Ой, ё-ма! Ой, как же плохо. Ну, вернее, неплохо, но, блин, ровно то, чего вы ожидали, оно случилось. Новый дизайн iOS. Вот это вообще полный трэш. Не знаю, к этому нужно привыкнуть. То есть, flat дизайн, который... То есть, то, что сейчас там говорит Джонатан Айв, уже на самом деле абсолютно не важно. А новые переключатели... Слушайте, все переделали. А, вообще все, это так... я напишу в Твиттер сейчас что-нибудь, подождите. Ох, май гад. У меня что-то все подвисает. О, май гад. Я даже не знаю, что написать. Ладно, просто написал, что новая iOS 7 вышла. О, май гад. Слушайте, ну, то, что мы с вами видели, то, что мы представляли, это полностью переосмысленный вообще все новое. А, там, видите... Все, я потерял дар речи. В общем, теперь нету сплошных граней, я не знаю, то есть теперь слои просвечиваются, и вы можете видеть, что когда вы что-то скроллите, типа картиночек, они уезжают туда за фон, то есть они где-то там сзади остаются. Выглядит, ну, вы теперь можете, то есть вы теперь можете с помощью гироскопа, Ну, это на самом деле то, чего люди ждали. Вы хотели новое iOS, нате, получите вот такой вот мега-огонь. Я не знаю, что сейчас демонстрируется, надо будет потом это переосмыслить. Но, в общем, это полностью новый... вы видите, что теперь на гироскопе завязан. Я не могу. Но все переделали. То есть это не какое-то обновление iOS. Это полностью новая операционная система. Абсолютно новая. И действительно, ну, во-первых, мы с вами увидим то, чего многие... Во-первых, мы с вами увидим новый формат ввода пароля. Во-вторых, мы с вами увидим новую анимацию входа в непосредственно операционную систему. Быстрый доступ к Wi-Fi, к всем тем функциям, которые люди так хотели. Новая многозадачность. Вы можете просто, как в AUXO, популярном твике, выкидывать новые приложения. Вы теперь можете по-другому совершенно писать iMessage. Вы, в общем, все... Не знаю. Он говорит, мы хотели взять опыт эксплуатации, опыт использования, который люди хорошо знают, и создать что-то новое. Но при этом Apple стояла перед непростой задачей. Нужно было сделать, с одной стороны, нечто новое, но при этом сохранить преемственность. Но то, что сделал... Когда, вы знаете, перед тем, как мы смотрели, перед презентацией мы смотрели вот эти иконки, которые оказались ровно точно такими, какими их представлял сайт 9to5Mac сегодня. Но когда это рассказал Джонатан Айв под музычку, и нам показали это все в моушене, в движении, ну, я хочу такой iOS уже прямо сейчас. Где моя бета? Старая, убогая, старая, колхозная iOS 6. Вот, собственно, фу, какая гадость. Фу. Я хочу новую iOS, и люди аплодируют стоя. И я думаю, что это большой успех.